Так, еще минута. Снизу, две руки. Еще 30 секунд. Раз, вон ты.
пальцы. Как католик. Только единственное, пальцы вот так. Избирайте пальцы. Да. 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 Что, я не включил? А, память. Ну ладно, память так память. Хочешь так, не хочешь. Тогда мы сейчас. Хорошо. Так, следующий прием. Встали.
зале поминаем следующий прием. Иди сюда, Денис. Значит, еще раз, немножко чуть-чуть. То есть, да, когда мы подпускаем ногу, она уходит туда и зацеп голени. Да, отсюда. Раз, оп. Почему, почему отсюда? Для того, чтобы вот он стоит. Вы что делаете? Вы должны сделать, ну да, подходит. Раз, раз, я высекаю. Он тут стоит, а вы этой рукой его раз чуть-чуть приподнимаете. Поставили ногу, руку. Чуть-чуть переводим, ножки шире. Чуть-чуть, вы видите, переводим. Раз, оп. И тогда цепляем. Но обязательно он должен упасть. Иди сюда, блин. Еще раз. Шире. Когда в борьбе, рука лучше, конечно, отсюда. Видите, отсюда берет. Отсюда надо набрать. А когда в отработке, ноги шире, в отработке, посмотрите, чуть-чуть переводим туловище. Раз, нога, оп, подошла, вторая, раз, выбила, оп, и придерживаю. Пошли. Три-три. Три-три. Миша, сюда. Курточку один не пишу. Курточку сюда. Вот кто-то позвонил и денежки мне переслал.
Дайте же. Сверху.
Если есть сверху, если партнер снизу вышел и зашел план назад, вы проигрываете 2 очка. 2-3 очка. Сколько выиграли, столько проиграли. Поэтому, когда делаете удержание, не просто сбоку, а старайтесь отсюда лицом к нему. Ну не ставь так руки. Так, поехали. Все. Аджина, боремся. Ногами не удержишь, что ты будешь. А ты старайся между ног вылезть.
тебе же ногу перепихнул, держали. Вот видишь? Где вас болело? Смотри, смотри, я выиграл в очередь. Значит так, задача такая. Значит, кто у нас? Игорь. Вот. Жалко, блин. Не включил даже. Так, а здесь хоть включено? Да, здесь.